задача это попробовать вино, придумать к нему сыр и самое главное, что мы будем оценивать, объяснить. С какого молока сделан сыр? Как вы оцениваете состояние этого камамбера? Недозрел, созрел, идеальная форма, сыр перезрел. Ваша задача простая, сделать красивую сырную тарелку. Сегодняшний конкурс мы считаем очень важен для развития культуры потребления сыра в нашей стране, потому что эти люди знакомят с миром сыра и сырных продуктов в нашей стране, и от них очень многое зависит. Я очень рад, что эти люди у нас есть, и дай бог, чтобы их было больше. Мы все за конкуренцию, мы считаем, что здоровая конкуренция рождает намного лучшие продукты, которые на сегодняшний момент могут существовать. Мы сегодня познакомились с новыми производителями. О них пока мало слышно в соцсетях. И как раз вот такие мероприятия позволяют познакомиться, позволяют обменяться опытом. Первый раз на мероприятии, посвященном сыру. Был очень обрадован, что моя супруга заняла третье место. Честно скажу, когда я ехал на конкурс, я не ожидал такого уровня подготовки и организаторов, и участников. То есть у нас действительно была серьезная борьба, действительно участники шли вот прямо ноздря в ноздрю, прям бал в бал шли. И мне, конечно, очень понравилось, что у нас как раз и сырная культура. У нас вот сырные тарелки реально были сделаны, например, как шедевры. Самые настоящие шедевры искусства. Уровень эрудиции подготовки был такой, что даже на некоторые вопросы я как член жюри не мог ответить как бы правильно. А некоторые ребята выбили все баллы. А, конечно, особенно меня поразило, как люди умеют резать сыр грамм в грамм. То есть, действительно, это я как бы думал, что только моя мама так умеет, которая 3 года режет сыры как бы покупателям. Но оказалось, что у нас изрядное количество людей, которые режут не хуже, чем она, может, даже лучше. Ой, надеюсь, что мама, ты это не слышишь. На самом деле, что можно сказать? Сегодня у нас по-настоящему родился наш конкурс сырных сомелье. Уверен, что он будет работать, развиваться, идти вперед. И мы в следующем году обязательно проведем. Это очень хорошее начинание, нужное и полезное. Это очень важный этап конкурса «Лучший сыр России». Как производители козьих сыров считаем, что их было слишком мало. Их слишком мало, да. Вот. В следующий раз надеемся на то, что больше будет именно сыров не только выдержанных, но и в том числе классических для России, но в том числе будет и французская рецептура. Плесень, козий сыр, овечий больше представлено. Вот. У нас следующее мероприятие будет в августе, с 9 по 11 августа будет сырный фестиваль в Истре на Истринской сыроварне. Там будет проводиться конкурс «Лучший сыр России». Я советую всех любителей сыра посетить это мероприятие, потому что там вам будет вся мощь русского сыроварения. 300 фермерских хозяйств и сыроварен. Это будет самый большой сырный фестиваль в истории России. Продолжаем наши традиции, и поскольку сегодня была тарелка, плато в японском стиле, легкая хокку, улитка, ползущая кузьями, оставила свой след в ваших сердцах. Спасибо, друзья, и помните, что сыр – это прыжок молока в бессмертие. Хорошего вечера! Первый конкурс «Лучший сырный сомелье России» подошел к концу. Победил Сергей, это было здорово. И обязательно жду вас всех на второй конкурс, который пройдет через год. Будем покорять другие уровни, все будет намного интереснее. И всем сыр!